Эти кадры распространила в субботу Служба безопасности Украины. Агентство Рейтер не может подтвердить их достоверность. По данным украинских военных, видео было снято в районе города Каменск-Шахтинский. По трассе идут грузовики, которые перевозят российскую, как утверждают киевские силовики, технику. Прямая военная агрессия Российской Федерации продолжается на востоке Украины, заявили в Службе национальной безопасности. Пророссийские сепаратисты в результате неожиданно мощного наступления захватили на этой неделе Новоазовск и несколько соседних населенных пунктов. Теперь они намерены взять Мариуполь. Жители города в эти дни готовятся отразить нападение повстанцев. В субботу горожане рыли окопы и траншеи, а также возводили баррикады из мешков с песком. Я журналистка, но прежде всего я житель Мариуполя. Вчера я приехала сюда, поснимала, как люди работают. Сегодня я приехала сюда им помочь, потому что я знаю, что если не мы, то никто не защитит наш город. По данным украинских военных, активное участие в контрнаступлении играют российские войска и техника. В Москве категорически опровергают вмешательство в конфликт. По оценкам ООН, жертвами вооруженных столкновений на Украине за 5 месяцев стало 2600 человек. В том числе сепаратисты и военные, но большая часть из них – мирные жители.